Лучшие из лучших победители отборочных игр интеллектуально-познавательного турнира «Город, в котором я живу» собрались в городском музее еще раз, чтобы побороться за звание самой эрудированной команды города. Претенденты – это команда отдела по образованию Новополоцкого горосполкома, участники команды открытого акционерного общества «Базис Новополоцк» и команда филиала Новополоцкого управления «Белтеплоизоляция». Команды готовы? Ни пуха, ни пера. И мы начинаем. 7 раундов и более 30 вопросов об истории города, спорте, культуре, известных личностях города. Накал страстей, как и в популярной игре «Что, где, когда». И в результате много новых интересных фактов из жизни родного Новополоцка в копилке участников. Для них подготовлены новые интересные вопросы и задания. Я думаю, они еще раз убедятся в том, что город наш можно познавать, открывать для себя бесконечно. А вот главную интригу сохранят и победители объявят только 6 декабря на городском молодежном форуме. Самую эрудированную команду ждут приятные сюрпризы. Отмечу, интеллектуально-познавательный турнир «Город, в котором я живу» прошел в рамках республиканской акции «Новополоцк – культурная столица Беларуси» и в рамках «Года малой родины». Виктория Клементьонок, Артем Табаков, Вектор ТВ.